Пора показать, кто тут новый босс. Бум. Да, я как раз и собираюсь. Нет. Ладно, ладно. О. Да. Ну как так? Как? Серьезно? Я вам не помешала? Нет, уже все, я выиграл. Да елки. Это игра, в ней логики просто нет. Разберешься. Фейт раньше всегда побеждала. И сейчас могу. Так что, есть какая-то работа? Есть. Вот. Смотри. Встретимся на точке в лаборатории, Фейт. Доган теряет терпение, а Гарета лучше. Это наш недавний взрыв на мегазаводе в первом девочке, в котором погибли 25 музыкантов, сотрудников и генерального. Лаборатория Элизия — высокое здание. Там на боку логотип. Я уже на полпути туда. Попробуй догнать. Сегодня везет. С чего бы? Я нашел открытое окно. Вот и проход. Что-то тут не так. У них правда такая слабая охрана? Не знаю. Откажешься? Я вообще-то сам хотел пойти. Что ты этим хочешь сказать? У тебя репутация. Но иди туда. Я не против. Вот заработаешь.
найдешь лифт, ты можешь пролезть вверх по шахте или проехать. Назад, мистер Крюгер. Будет рассмотрен. Еще что? Вообще, да. Я вчера... Я отправила запрос 3 дня назад, мистер Крюгер. Будет рассмотрен. Еще что-то? Вообще, да. Я вчера наткнулась на подкаст проекта, там говорилось о каком-то царстве. Попадались этически сомнительные моменты. Что происходит в царстве?